Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Ретро Пацан. В этом выпуске хотелось бы вам показать несколько боевых эпизодов. Боевых эпизодов нашего фильма. Их звали Костолома 2, сделанных в 1996 году. Посмотрите и сравните нас с героями боевиков, с Брюсом Ли, Джеки Чаном, Жан-Клодом Ван Даммом. Итак, смотрим. Фильм насыщен обилием боевых сцен, и этому предшествует большая подготовка актеров. Мы занимались тхэквондо, кикбоксингом, немного боксом, карате. Но главный наш учитель — видео. В частности, мы очень много смотрели фильмы Брюса Ли, Джеки Чана, Жан-Клода Ван Дамма. Некоторые приемы взяты из фильмов. Используем боевых искусств. Oh, my God.
такое вот кунг-фу. До новых встреч!